Итак, бронзовые награды вручаются Долгову Александру и Василию Худобе, представляющим Рязанскую область. Серебряные награды вручаются спортсменам из Саратовской области Валуев Дмитрий и Бобровский Никита. Ну и, конечно, наши победители первенства России 2023 года в каноэ двойки на дистанции 5000 метров среди юниоров до 19 лет стали Сераштан Даниил, Дубовкин Владимир, Свердловская область. Ой, уронил. Ничего страшного. Так, там вроде все пока спокойно на дистанции, поэтому давайте посмотрим на ребят крупным планом. А все-таки это их церемония награждения, они свои медали уже завоевали. И вот там вот борются ребята, борются остальные участники, уже спортсмены до 24 лет. Александра Алексеевна пишет: горжусь. Да, есть кем гордиться, молодцы ребята. Так, байдарочники прошли отметку 750. А вот здесь у нас награждают канаистов и их тренеров.